Сегодня в 18-й Абаканской школе долгожданное вручение рюкзачков добра. А в них тетрадки, ручки, краски, пластилин, да и вообще все, что нужно прилежному ученику. Акция «Абакан идет в школу» выходит на финишную прямую. До 3 сентября вся помощь для семей в сложной жизненной ситуации, которую удалось собрать общими усилиями, будет передана тем, кто в ней так нуждается. Сегодня поддержку получили 9 семей. 5 из них – красивые школьные рюкзаки, наполненные канцелярией. Поздравляю, держи. Поздравляю. 11 сентября. Держи, тебе. Это тебе. Ну и тебе, конечно. У каждого ребенка есть несколько этапов, наверное, в жизни, которые определяют его судьбу. И 1 сентября для первоклашек, наверное, это первый такой важный этап, который делается. И очень важным атрибутом этого праздника является, конечно же, ранец или портфель, который запоминается на всю жизнь. Вот та обстановка, которая окружает школу, и вот эту магию 1 сентября для первоклассника, она, наверное, запоминается навсегда. Поэтому наш дружный коллектив Хакасского Сбера принял решение поучаствовать в этой акции, собрать посильный там вклад денежные средства, и на эти средства были закуплены несколько ранцев, которые мы передали школьникам, передали муниципалитетам для вручения тем, кто самостоятельно, может быть, по каким-то причинам не может купить весь перечень требуемых товаров, но полноценно праздник должен получиться у всех, он должен быть у каждого. Поэтому мы счастливы принимать участие в этом празднике. В семье Стальмаковых 15 родных детей, 5 школьники. В канцелярии дети не нуждаются, а вот в компьютере очень даже. Поэтому сегодня домой к ребятишкам отправится новая техника, которая, между прочим, тоже очень большой помощник в учебе. Вы, конечно, очень сильно хотели, чтобы вам где-то там вручили. И все очень новое и очень красивое. Но вот мы какими средствами как фонд располагаем, у нас есть очень неравнодушный и отзывчивый партнер компании Kiasoft, которая передала довольно внушительное число компьютерной техники в семьи абаканских школьников. И вот один из компьютеров мы приняли решение, что хотим передать вам. Напомним, что в рамках акции фонд «Дети Абакана» также собирал и денежные пожертвования. За время действия акции удалось собрать 90 тысяч рублей. На эти деньги приобретены сертификаты на одежду, обувь и аксессуары для школы. Именно их сегодня получают еще 3 семьи. Школа также внесла свой вклад в помощь семьям. Все лето администрация учебного заведения собирала канцелярию, которую сегодня подарили 9 подопечным. Вы сегодня оказались свидетелями того, что происходит сейчас во всех школах города. Акция «Абакан идет в школу» завершается, и сейчас во всех школах города проходят вот такие церемонии вручения. Где-то они торжественные, где-то чуть более будничные. Помощь в семьи школы сейчас передают. Нам, конечно, окончательные итоги подводить еще рано. Мы договорились для себя, что в конце недели, 3 сентября, мы будем вот итоговые цифры для себя формировать. Но уже сейчас понимаем, что адресатов получилось точно не меньше. Вот 3285 их было в прошлом году, на эти цифры мы однозначно вышли. И сегодня хочется благодарить наших партнеров, которые нас поддержали, и всех абаканцев, кто принял участие в акции «Абакан идет в школу». Ксения Рехлова, Андрей Аралов, новости.